У нас есть кое-что без доллара. Константа. Опа. Понимаете? То есть на самом деле, когда PHP вот это увидит, в первую очередь, он константу. Когда он ее не найдет, он поймет, что мы имели в виду строчку. Он сделает строчку сам из этого, все нормально. Но, а вдруг есть такая константа? Представляете, когда у нас там проект, сотня файлов, тысяча строк кода, а вдруг константа, и у нас там поставится значение константы. Понимаете, да? Поэтому здесь не надо экономить. Здесь мы указываем любые там двойные неоднозначные. А вот здесь, а почему здесь можно не указывать? А очень просто, друзья мои, константы в двойных кавычках, в отличие от переменных, их значения не поставляются. Константы только конкатенируются. Поэтому здесь это не может. Вот так. Вот так. Не устали? Последний. Последний подводный камень. Последний подводный камень. А помните ли вы вот такую штучку? У нас все сплошь состоит из таких подводных камней на самом деле. А помните вы такую вот такую штучку, да, условно говоря, вот так вот, да? Правильно, да? Что я делал? Ну, мы только что, кстати, когда свич писали, то же самое делали. Что это? Мы у свича только что это делали, когда свич писали. Стерлен там был минус один и так далее. Обращаемся к символу в строке по позиции. H мы большое получим. Так. Так вот, обратите внимание, что ровно то же самое можно сделать и вот так. А? Нет. Нет. Это может породить в вас ложное сомнение. То есть не сомнение, а ложное предположение, что строка массив. Нет, строка не массив. Просто синтаксис такой. И так можно, и так. В чем подводный камень? А подводный камень в том, что в 99,9% случаев, когда вы в коде встречаете это человек обращается к элементу массива. Но тот самый 1/10 вот таким образом может обращаться к символу строке. Понимаете? Об этом надо помнить. Поэтому, в принципе, на самом деле, PHP-сики, они сами никак не могут определиться. У них от версии к версии, то они говорили, используйте только так. Потом кому-то стукнуло в голову, нет, так не надо, давайте так. А потом опять давайте так. В общем, короче, пока это не отменили, мне наплевать, что там говорят, я вам сам делаю и рекомендую. Через фигурные скобки. То есть это явно показывает, что мы обращаемся именно к символу строке. Потому что так оно явно и непонятно, что там есть. Можно напороться. Понимаете, чем дело, да? Вот, соответственно. Вот у нас, на самом деле, на этой веселой ноте мы с вами закрыли большую тему, которую мы начали аж позавчера. Основы основ. Итого у нас на руках с вами понятие А переменных, констант, 6 типов из 8, boolean, string, integer, all, null, array, да? И 2 управляющие конструкции, и false, if else, и уже можно...